В Люберцах почтили память жертв Чернобыльской катастрофы. В честь 35-й годовщины трагедии на атомной электростанции жители городского округа собрались на аллее памяти, где установлен мемориальный камень ликвидаторам аварии. В церемонии возложения цветов приняли участие представители общественных организаций, руководство округа, а также люди, которые боролись с распространением радиации после крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. На сегодняшний день в округе проживает 271 ликвидатор. Ликвидатор Чернобыльской аварии. Хороший светлый день. Я тогда помню тоже, были вот такие апрельские дни, потом майские, была солнечная, хорошая погода, а такое горе постигло. Поэтому всем живым здоровья и долголетия, а тех, кого с нами нет, вечная память. Радиоактивное облако затронула не только Украину, и территорию Белоруссии, северо-запад России, поэтому и там люди впоследствии страдали заболеваниями, несовместимыми с жизнью от радиоактивных осадков.